Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике расскажу вам, как пользоваться довольно-таки очень интересным приложением, называется оно 90S. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. А на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть и подобное. Ну а также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрят большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Также не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Ну а мы начинаем. Итак, при входе в приложение у вас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки простой, разобраться в нем проще простого. Ну, а для начала я бы хотел вообще вам в целом показать премиум-версию. Она находится в правом верхнем углу. Итак, в премиум-версии, так сказать, эта премиум-версия даст вам возможность разблокировать все ресурсы, то есть вы сможете пользоваться всеми функциями. А для тех людей, допустим, кто не хочет покупать, рекомендую вам скачать взломанную версию в браузере. Это сделать тоже достаточно-таки легко. Главное, вам просто не лениться, и вы обязательно ее найдете. Ну, в целом, я с ним разобрался. Перейдем к настройкам, то есть что есть в настройках. В настройках вы можете подписаться на них, то есть именно вот подписка это и есть Pro-версия, то есть вы можете покупать ее. Также можете поддерживать обратную связь с разработчиками, затем можете оценить это приложение, поделиться им с друзьями и посмотреть информацию о подписке. Но с этим мы заканчиваем. Давайте переходить уже к самой обработке. Для этого вам потребуется нажать на плюсик, затем редактировать видео, разрешайте. Короче, вам надо дать доступ к трем функциям. Это камера, галерея и микрофон. Без этого никак вы не сможете, как видите, то есть отклонять хотя бы одну функцию, у вас далее уже никак работать нельзя с этим приложением будет. Я подтвердил все, и как видите, открывается интерфейс галереи. Я замазку небольшую поставил, чтобы не видели просто личных фотографий много. И вот все, в принципе, я выбираю фотографию. Я выбрал вот такое небольшое граффити, то есть оно довольно-таки интересное, и вам будет, так сказать, нагляднее показать, как все работает. Также можно менять размеры этого всего дела, то есть нажимаете там на определенную разметку. Также можно делать повороты, от руки все это дело, таскать по размерам, менять. Это, опять же, вы сами уже решите. Так, я, в принципе, уже выбрал все. Теперь мы уже нажимаем на галочку, и у нас перекидывает уже вот такой раздел. Сейчас загрузится. У нас вот такой вот раздел, то есть для начала вы можете, так сказать, добавлять различные эффекты, то есть, как видите, у меня сейчас стоит просто видеоролик, и тут ничего нету. Так, кстати, теперь я добавляю глич-эффекты. Как видите, у нас уже есть что-то, изменения какие-то есть, то есть я сразу добавил три эффекта, как видите, то есть три эффекта я добавил, и, в принципе, вот у нас уже что-то с этого получается, то есть уже какое-то действие происходит с этой фотографией, то есть в нашем граффити уже происходит какое-то действие, как видите. Мы уже сделали небольшую такую заставочку. Как видите, также можно все это дело затем отфильтровать, то есть сделать на него определенные фильтры. Кстати, для тех людей, не знают, что такое фильтры. Фильтр это определенное наложение на вашу фотографию яркости, контрастности, насыщенности и всего в этом плане. Тут, кстати, включена рамка тоже. Также можно добавлять определенные стикеры, то есть со стикерами. Опять же, тут все с Pro-версией, но да ладно. В этом плане, я думаю, вы скачаете взломку, не будете с этим париться. Итак, мы переходим, в принципе, далее. Стикеры такие себе, я бы не рекомендовал вообще вам их использовать. Итак, со стикерами мы закончили. Затем сейчас можно рассмотреть функцию текста, то есть с текстом тут уже поинтереснее. Тут можно написать любой текст. Затем, как видите, у нас уже открывается вот такой вот разделчик со шрифтами, то есть вы можете увеличивать, может поворот поставить и назвать текст, это короче как вам уже самим решать. Затем можете применять определенные шрифты к этому ко всему, то есть шрифтов тут достаточно таки много, вы можете воспользоваться любыми, также можете менять цвет этого всего дела. Ну, в принципе, можете делать определенные, как видите, записи видео, как будет уже двигаться текст, в каком направлении вы его двигаете, в таком он действительно будет двигаться, это очень удобно, и вам в каком-то плане это возможно может и пригодиться, особенно для создания интрушки для YouTube. Также вы можете тут, так сказать, добавлять достаточно много вот именно музыки, то есть она включена тут в это приложение, то есть тут много альбомов, если добавляете, заходите, смотрите, все изучайте в этом приложении, и вы обязательно сможете уже профессионально с ним работать примерно на следующий день. А также потом повторно нажимая галочку, у вас уже будет экспорт вашего видеоролика. Я сохранить его, потому что сейчас не буду, я сделал это чисто в целях информативно, так сказать, чтобы вас так сказать, как-то, чтобы вы чему-то научились с этого. Я думаю, я разобрал все, что можно было разобрать.
А именно, если кто-то что-то не понял, пишите мне его ВКонтакте, ссылка на мой ВК будет в описании. Еще раз повторюсь, самые полезные ссылочки будут в описании. Вот так сейчас не, вот главное сейчас не выходите с видоса, не выходите, досмотрите его до конца. Потому что сейчас я буду говорить все самые основные проблемы, которые случаются при работе с этим приложением. Первая проблема у нас — это что делать, если вылетает это приложение. Вторая проблема — что делать, если вы нашли лаги, то есть у вас проходят лаги, вы не, вообще невозможно работать, одни лаги, как это все дело исправить. И в-третьих, как довольно-таки маленькая такая проблемка, то есть практически никого ее нет, ну да ладно, все равно мы поговорим с вами. Это что делать, если вы купили премиум-версию и вам она не пришла, или же вы хотите перенести ее на другой телефон, если вам, так сказать, вы купили новый телефон. Но в этом плане сейчас мы спокойно разберемся. Вот убедительная к вам просьба — поставить лайк на этот видос и подписаться на мой канал. То есть тем самым вы действительно поможете мне в продвижении, ведь я действительно стараюсь делать годный хороший контент именно для вас. Итак, давайте для начала рассмотрим первую проблемку, как убрать вылет с этого приложения. Это сделать довольно-таки просто. Вам потребуется для начала обновить систему ОС вашего телефона. Как это можно сделать? Это можно сделать двумя способами. Либо вручную, то есть через настройки, зайдя в раздел о системе и автообновления, включаете, активируете, и все это дело будет происходить очень быстро. Либо же второй способ — это можно сделать спокойно, если у вас есть на телефоне скачанное приложение обновление ПО. Вам достаточно туда зайти и обновить до максимальной версии, до 2020 года, если у вас, так сказать, вообще уже старенький такой телефон. Но вам все равно как минимум можно это все сделать. И вторая вторая идея такая тоже, если у вас с первого раза не помогло именно с обновкой, вам не помогло все это дело с обновкой вашего телефона, то рекомендую вам, так сказать, скачать предыдущие версии этого приложения, но они у вас будут уже все хорошо, стабильно все будет работать, я в этом на 100% уверен. У этого приложения очень много версий, выбирайте, в принципе они ничем не отличаются, разве что интерфейсом, но особо-таки это все же мелочи, раз интерфейс-то он всего лишь обложка, это вид, а вас интересуют только сами функции, так сказать. Ну да ладно, с этим мы разобрались, переходим далее ко второй проблеме, как убрать лаги. С лагами все еще проще. Чтобы не мусолить эту тему 10-20 минут, я для этого специально делал заранее два видоса, то есть снял, как пользоваться приложением AppCap Clean и Clean Master. То есть эти два приложения вам и понадобятся, они для ускорения вообще в целом приложений, самого телефона, короче, как убрать лаги. Вы можете посмотреть, у меня все это дело на канале, я специально разобрал все четко, понятно, выделил, по фактам объяснил, как все это дело исправить. Просто перейдите на вот силы отлистать 5-10 видосов вниз, и вы уже их найдете. Они там будут прямо друг под другом стоять, эти два видосика. Вот вы в принципе так и сделаете. То есть у вас уйдет на это просто 10 минут. Просто посмотрите, все поймете. Это довольно-таки даже универсальная идея, не только для этого приложения, но и в принципе, так сказать, для других тоже она может пригодиться. Итак, давайте теперь рассмотрим самую последнюю проблему. Ну, она не совсем такая распространенная. Я бы сказал, она вообще такая мелкая, но все же вам она хоть как пригодится в каком-то плане, потому что чтобы, если у вас она появится, вам вы знали, как ее решить. Они искали потом в Ютубе, в интернете, в браузерах, там везде не лазили, не искали все это дело, а просто посмотрите мой видос и уже все с этого поймете. Для этого вам потребуется, если у вас не работает раздел восстановления покупок, вы можете это делать через обратную связь в настройках этого приложения. Заходите туда, все в дело предъявляете, что вы действительно что покупали, что у вас было списание, именно под на счет списывались все деньги. Короче, это сделать довольно-таки очень быстро. Я, так сказать, могу вам даже в ВК все это объяснить, если вы мне напишите. В ВК я отвечаю вообще всем, только главное, чтобы вы меня не спамили. Просто не спамьте, напишите, сейчас будет подобная проблема. Потому что сейчас разбирать ее полностью, то есть в скринах, в видеоформатах вам это все показывать бред. И раз у вас такой проблемы нету пока что, просто знаете, как ее решить. Или же просто, так сказать, заходите в техподдержку и пишите отзыв, вам там уже все решают. В этом плане мы разобрались. Также хотелось бы дать общую оценку этому приложению. В принципе, мне это приложение понравилось, а есть один нюанс, минус, это Pro-версия, то есть она все портит. Именно из-за нее, из-за того, что есть ограничение на 90% функций, то есть 90% это на все функции, это ограничение, это просто бред, разработчики, зачем вы это делаете, я не знаю, но опять же, это не мое дело, но все же, это просто полный бред, ограничивать контент-мейкеров в функциях. Это исключительно сугубо мое мнение.
С этим мы разобрались. Теперь же хотелось бы пользоваться этим моментом для тех людей, кто досмотрел видеоролик именно до этого момента, так сказать, порекомендовать мой второй канал, на котором я снимаю игровую тематику. Ссылка на мой канал будет в описании. Не забывайте туда переходить и подписываться на него. Тем самым вы действительно мотивируете меня записывать видеоролики, в дальнейшем делать такой жесткий контент. Скоро там будут компьютерные игры. Сейчас на данный момент я снимаю мобильные игры. Если вы фанат мобильных игр, рекомендую вам просто перейти по ссылке вниз и подписаться на мой второй канал. Также не забудьте поставить лайк именно этому видеоролику, ведь я старался сделать топовый годный видос именно для вас, чтобы вам было его интересно смотреть и все по фактам разъяснил. Короче, ну вы поняли. Ну а на этом я уже буду заканчивать. Спасибо всем тем, кто досмотрел видеоролик до конца. С вами был Кругеймер. Увидимся в следующем видеоролике. Надеюсь, вы сейчас просто прямо сейчас поставите лайк и напишите комментарий. Всем до новых встреч. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body.